Всем привет! Меня зовут Иванов Арсений, и я хочу пригласить всех желающих на мой мастер-класс, посвященный визуализации в программе Grasshopper. Мы рассмотрим с вами несколько способов визуализации, как через стандартные способы Grasshopper, то есть из вьюпорта, с чем многие могут быть знакомы, так и другие, более продвинутые, как, например, рендеринг анимации из Grasshopper, при помощи V-Ray для Rhino. Способы даже чем-то похожи, но я об этом всем расскажу в мастер-классе. Вот этот результат – это моя довольно старая работа. То есть здесь, в общем-то, стандартный серый материал, стандартное освещение, очень простое, но тем не менее результат эффектный, хотя бы потому, что Grasshopper выдает очень интересную геометрию, интересные изменения. То есть если здесь присмотреться, здесь все очень точно, правильно, то есть это не морфинг, как можно получить, который можно получить там в других редакторах, таких как там Max, Maya и так далее. Это вот грамотный просчет деталей прямо из Grasshopper. И это выглядит довольно интересно. Я расскажу, как пользоваться несколькими пользовательскими скриптами, то есть эти скрипты написаны пользователями программы Grasshopper, просто более продвинутыми. Они есть на официальном сайте, на форуме. Я расскажу, как подключить в эти скрипты свою геометрию, как настроить их под себя. Ну и в принципе о таких вот вещах. В итоге мы получим с вами после выведения анимации мы получим секвенцию изображений, то есть количество изображений мы задаем самостоятельно, качество тоже, в том числе я, возможно, затрону еще тему анимации камеры. Спасибо за внимание, я надеюсь, вам будет интересно.